Хабиб Нурмагомедов не собирается выступать в России. Орел не готов драться в шоу, которое не будет транслироваться по системе Pay-Per-View. Несколько месяцев назад президент UFC Дана Уайт в очередной раз пообещал провести шоу в России. Многие фанаты решили, что речь идет о 2017 году, и в главном бою такого шоу обязательно выступит Хабиб Нурмагомедов. А нет! Еще недавно дравшийся в андеркарте UFC 205 «Орел» нагулял аппетит и не готов выступать в шоу, которое не транслируется по системе Pay-Per-View. Я так не думаю. Возможно, UFC придет в Россию в конце этого года, но для шоу по системе Pay-Per-View Россия не очень подходит. Для Pay-Per-View шоу подойдут Madison Square Garden, Le T-Mobile Arena. Но Россия, возможно, UFC проведет здесь турнир серии Fight Night, но с чего я буду драться в Fight Night? Я должен выступать в шоу, транслируемом по системе Pay-Per-View. В данный момент у нас есть шанс остаться вообще без трансляции турнира в UFC. Права на показ проданы посредникам, у которых их не торопятся покупать Матч ТВ. Тони Фергюсон. Жалкий ублюдок Макгрегор ни одного титула в своей жизни не защищал. Боец легкого дивизиона UFC Тони Фергюсон считает, что чемпион этой категории Конор Макгрегор не станет защищать свой титул. Кто знает, выйдет ли этот Макнаггетс защищать свой титул. Жалкий ублюдок ни одного титула в своей жизни не защищал. Если он попытается боксировать, я встану с ним нос к носу и нокаутирую его. Этот чувак собрался боксировать с Флойдом Мейвезером? Хорошо, сынок. Это совсем другой спорт. Возвращайся к нам и защищай свой пояс, если ты мужик. Приводит слова Фергюсона ММА-джанки. Вы смотрели новости ММА. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых важных событий.